Миллионы моих почтительных поклонов лотосным стопам моего духовного учителя Нитья Лила Правишта Ом Вишнупад Шри Шримат Бхакти Прагьян Кешава Госвами Махараджу и также лотосным стопом моего Шикша Гуру Шри Шримат Бхактивиданте Свами Прабхупаде. Вчера мы объясняли, чем является Уттама Бхакти, что такое Уттама Бхакти. Если все наши чувства, деятельность всех чувств, тела, ума и настроение, направлены на Кришну без всяких перерывов, под руководством чистого вайшнава или квалифицированного гуру, если мы служим Кришне, чтобы удовлетворить его, доставить ему счастье, и никаких других желаний, кроме как служить Кришне, удовлетворить его, нет у нас. Они оставлены и наше служение не покрыто карма-кандой. Тогда это будет Уттама Бхакти. Мы уже объяснили очень хорошо все эти вещи. Попытайтесь следовать этому Уттама Бхакти. Это начинается с Шрадхи, потом Ништхаручи, до Махабхавы, до Модана, Мохана и Мадана Бхавы. Это последнее, высшее, что есть у Шримати Радхики. Посмотрите на Друву Махараджу. У него было бхакти. Шрила Санатана Госвами сказал, что мы должны знать, что есть пять видов бхакт. Гьяни бхакта. Сначала гьяни бхакта. Гьяни бхакта и нирвишеша гьяни — это разные вещи. Нирвишеш гьяни и гьяни бхакта — это разные вещи. Те, кто не принимают форму Господа, качество, Его качество, и не понимают разницы между Дживой и Брахмой, они нирвишешавади. А те, кто понимает, что Господь повсюду, и весь мир
и все живые существа под руководством Верховной Личности Господа. И я должен ему поклоняться. Прохлад он повсюду видел Кришну. И внутри Кришны всех живых существ. Вы знаете Прохлада Чаритру. Сначала вы должны знать Прохлада Чаритру. Я думаю, было бы хорошо для преданных прочитать ее как минимум 108 раз, исследовать настроение Прохлады Махараджи с детства, когда он был еще в чреве своей мамы, как он поклонялся Господу. Нарада дал ему все Веды, Пураны, Упанишадры, Бхагават и другие вещи, Гиту. С самого детства он был бхактой. Его отец был великой личностью. Он был великим демоном, получившим благословение от Брамы, что он не умрет ни днем, ни ночью, ни в воздухе, ни на земле, ни в доме, нигде, где бы. Никто, ни одно живое существо, сотворенное Брамой, не может убить его. Никакое животное, ни птица, ни человек не может убить его. Он был бессмертным практически. И он занял дворец Индры и все его владения. И полубоги, они убежали, разбежались оттуда. Он порезал... Много брахманов совершали ягью и жертвоприношения, посвященные ему, Хираньякашипу. Он делал очень много разных дурацких вещей и беспокоил весь мир. Но у него был сын, возвышенный бхакта. Он все время повторял, памятовал, практиковал 9 видов бхакти. А отец его был против этого. Он хотел остановить его. Но Прохлада Махарадж, он никогда не останавливался. И Хиранякашипу хотел его убить, потому что и говорил про него, что в нашей династии Луны этот Прохлад, он как бельмо. И мы уже обсуждали учение, наставление Прохлады, но я хочу, чтобы вы послушали еще кое-что. Прежде всего, я предлагаю свои почтительные поклоны лотосным стопам моего духовного учителя Шрили Бхактивиданти Вамани Госвами Махараджу и Ом Вишну Пад Кали Юга Ачарья Вари Аштадара Шада Шри Шриман Шрили Бхактивиданти Нарайни Госвами Махараджу. Также я предлагаю мои почтительные поклоны лотосным стопам Шрили Бхактивиданти Свами Махараджу.
Я предлагаю свои поклоны всем вайшнавам и вайшнаве в соответствии с их уровнем, возглавляемым саньяси. Шрила Гурудев попросил меня рассказать об учении Прохлады Махараджа, особенно вот об этом стихе. Прохлад Махарадж, он успокаивал своего отца, и он процитировал этот стих, как наш разум и сила должны быть направлены на лотосные стопы Господа. И он сказал не только своему отцу, Господь, он Урукрам. Когда Господь забрал пожертвование у Бали Махараджа и забрал весь мир, и он связал Бали Махараджа, его называли тогда Урукрам, одно из имен то воплощение Урукрам. И тот, кто принимает привеющего Бхагавана, все его страдания уходят. Но мы не можем предаться напрямую Бхагавану, мы должны предаться Ашрая Бхагавану. Тот, кто совершенный Гурудев, он называется Ашрая Бхагаван. У Бхагавана есть 6 качеств. И также Ашрая Бхагаван, у него также есть 6 качеств. Он описывает их, и Бхагаван, и все эти качества, все качества Кришны есть в его совершенном преданном. Если у Кришны есть эти качества, здесь определение Ашрая Бхагавана, то есть Гурудева. Тот, кто знает Бхагавана, тот, чей... Мы должны принять прибежище Махат. Махат. Если кто-то хочет развиваться в сознании Кришны, Шрила Кавирадж Госвами объясняет для них Бхакта Пададхули, Бхакта Пададжал. Бхакта Пададхули, Бхакта Пададжал. Если кто-то очень желает служить, если у вас нету силы в садан баджане, что вы должны делать? Кавирадж Госвами дает нам наставление, Бхакта Пададхули, вы должны брать пыль со стоп преданных, но не силой. Вы должны служить ему так, чтобы сердце их растаяло, и Бхакта Пададжал. Вы должны брать чаринамриту со стоп совершенного преданного. И также еще одна вещь, остатки его пищи. Остатки пищи бывают двух видов, остатки. Одна харикатха, которая зашла из его лотосных уст, а другое — это просад, который остался после него. Если кто-то служит им с великой верой, тогда он непременно обретет сознание Кришны. Посмотрите на Друву Махараджу. Он служил ачарьям, когда он был сыном Даси и жил в деревне. Он попросил их разрешение у них принять их просад, и насколько он великим стал. Он теперь путешествует по всем планетам, по всем вселенным, на Вайкунхе даже. Такова сила. Если кто-то принимает прибежище у великого преданного, все его анархии уходят, и он становится сам великим. Если мы хотим прогрессировать в сознании Кришны, мы должны идти в этом направлении. Еще
Еще один стих Прахлад Махарадж сказал. Он привел привет, если, пример, если кто-то, если слепец ведет слепого, то каков будет результат? Они оба свалятся в колодец. Если один слепец следует другому, то каково будет их будущее? Также Гуру, Шанда и Амарха, у них они были лишены сознания Кришны. Хиранья-Кашипу, он ругал их. А Шанда и Амарха учили учеников и Прахлада Махараджа демоническим разным наукам, политике, как зарабатывать деньги. Они считали, что деньги — это слаще всего, богатство — это слаще всего. Если у вас нет денег, то жизнь ваша пуста. Это учение Шанды и Амархи. Они слепы. Если кто-то следует им слепо, они вместе идут в ад. Поэтому Прахлад Махарадж сказал своему отцу, они не знают этого всего. Как они могли меня научить этому, тому, что я тебе говорю? И отец тогда сказал, откуда у тебя в уме появился Господь? И тогда Прахлад Махарадж ответил, Матир на Кришне Парато Сватува. Кто думает, что их высшая цель? Есть два вида семейных людей, грихометхи и грихастхи. Грихастха значит, что даже если они живут в доме, все равно они совершают Кришна-бадан. Их жена и дети служат Господу, они служанки Господа. А тот, кто только наслаждается жизнью, в жизни в семейной, и не совершает баджан, не следует Хари и Гуру и Вайшнавам, их называют грихометхи. Только те, кто... Если вы не контролируете свой ум и чувства, тогда вы... Тот, кто принял прибежище у настоящего Гурудева, очень просто для них понять и узнать все эти вещи. В последнем гармонисте мы опубликовали очень хорошие статьи. Там очень ясно объясняется. Вы, если вы прочитаете, вы поймете чистую концепцию этого. В семейной жизни, если вы не совершаете баджан, то что вы делаете? Вы жуете пережеванное, то, что жевали ваши предки. Демоны в этом мире, они рождаются и умирают. И это ничего хорошего в этом нету. Эта жизнь, она подобна собачьей жизни, которые бегают на улице за косточкой. Одна собака получает косточку, и она жует эту косточку. Она жует ее, и там нету никакого мяса, ничего. Просто острая косточка, и она ранит рот собаки, и кровь, и собака чувствует кровь свою собственную и думает, о, как вкусно. Она не понимает, что это ее собственная кровь. И также другие собаки, они бегают за этой собакой и кусают ее, чтобы забрать эту кость. И вот такова жизнь семейная.
Другие собаки забирают эту кость у этой собаки, и та, которая забрала, другие собаки опять набрасываются на нее и рвут. Такова материальная жизнь. Поэтому наше понимание, что мы должны предаться лотосным стопам Гуру и Кришне и служить им, и наша жизнь будет совершенна. Мы должны делать баджан. И когда демоны спросили у Прохлада, что нам надо делать, он ответил им: «Гуру Шушрушая Бхакта, вы должны служить Гуру Деву с твердой верой. И все, что у вас есть, предложите лотосным стопам Гуру Дева». Как Шрила Бхактивинод Хакур поет вот в этом баджане: «О Нанда Кишор, все, что у меня есть, мой ум, поскольку вы ничего не можете делать, минуя ваш ум. Если ваш ум погружен в Кришну, тогда все нормально. Мой ум, мое тело, я предлагаю все тебе. Если вы так сделаете, вы так должны делать, вы предлагать себя гуру. И также вы должны быть все время в хорошем общении и совершайте баджан, и тогда ваша жизнь будет успешна, и вы будете прогрессировать в сознании Кришны». И такой вот Прохлад Махарадж рассказывал своему отцу. Шрила Гурудев нам также расскажет, как о других преданных, о примерах преданности, и он расскажет нам, как прогрессировать шаг за шагом. Услышав все это от Прохлады Махараджа, Хираньякашипу очень разгневался. И он хотел его убить, но не смог. Шанга и Амарка опять пришли. Они сказали: «Наш папа скоро вернется, и так или иначе он изменит Прохлада. Не беспокойся». И они забрали Прохлада снова. Но когда Шанда и Амарка ушли и оставили Прохлада за старшего, и мальчики хотели поиграть, стать играть, но Прохлада Махарадж им сказал: «Нет, послушайте меня сегодня, не играйте, в другие дни вы можете играть. Сегодня послушайте меня». И он начал говорить: «Кумара, Ачари, те, кто разумны, они с самого начала своей жизни, с детства, они должны пытаться совершать баджан Шри Кришне, повторяя, памятуя и слушая о сладостных играх Кришны». И один мальчик сказал: «Когда мы станем старенькими, мы будем это все делать». Но Прохлад им сказал: «Когда придет к вам смерть, неизвестно, завтра или через месяц или через год. Никто не знает, поэтому с сегодняшнего дня, с самого начала своей жизни совершайте баджан». Если страдания, счастье и несчастье приходят без приглашения, то все так же остальное будет приходить к вам. Счастье должно прийти, и страдания должны прийти, потому что это все приходит в соответствии с нашей прарабдха-кармой. Поэтому не беспокойтесь, счастье и несчастье придет к вам естественно. А это ему мальчики задали вопрос: «А как нам поддерживать себя?» И он отвечает: «Не беспокойтесь, все придет к вам естественно, в соответствии с прошлой кармой». Шрила Гурудев продолжает, и он также им рассказывал, что ваша жизнь 100 лет, 50 лет уходит на сон. С детства до 20 лет вы ничего не делаете, вы растете и обучаетесь.
а с 80 до 100. Также вы очень стары, вы ничего не можете делать. Вы бесполезны. Бесполезны. Остается только 10 лет. Вам нужно успеть жениться, сделать дом, машину, телевизор, столько много всего, компьютер ваш. Дать рождение детям, вырастить их. Когда же вы будете делать баджан? Снова вы должны будете родиться и быть в этом цикле рождения и смерти. Поэтому вы должны предаться гуру. Гуру кто такой? Он Сакшат Дхаритвина. Он не сам Господь, но он как Господь. Зная это, мы должны полностью предаться Шриле Гурудеву и отдать ему все и служить под его руководством Рады. Все, что у вас есть, отдайте ему. И тогда и вы должны служить Кришне. Ваша жизнь, она будет успешна таким образом. И Прохлад Махарадж сказал, Прохлад Махарадж им сказал, вы должны таким образом служить Господу и делать киртан. И сам Прохлад Махарадж начал петь. И все мальчики стали следовать ему. Шрила Гурудев поет. И этот киртан, он был такой громкий, повсюду распространялся. Что услышав его, Хираньякашипу подумал, что все мальчики, они будут испорчены. Но даже он не киртан услышал, а кто-то из слуг ему сказал, Шрила Гурудев говорит. Или он сам услышал, или мальчики ему сказали. И Хираньякашипу прибежал к Прохладу и спросил, ты не боишься? Откуда у тебя эта сила? И Прохлад ему ответил, моя сила оттуда, откуда и твоя сила. А где твой Бог? Он повсюду.
Где он? Он здесь в колонии также? Да, он здесь в колонии. И он разрушил эту колонну своей булавой. Колонна развалилась. И громкий звук оттуда. Кто-то издает звук рычания, но Шрила Гурудев, он не удовлетворен. Он говорит, чего ты такой смешной звук издаешь, слабенький? Ну-ка по-настоящему давай, издай звук, который тогда был. Что было? Ну-ка. Ты спишь? Шрила Гурудев говорит, давай рычи. А ты не можешь, Шрила Гурудев говорит. А кто-то зарычал. Ну вот, Шрила Гурудев счастлив. Теперь. Хорошо. И это появился не тигр, не лев, не человек, а наполовину человек, наполовину лев. Нижняя часть. Много рук. Много разных оружий. И он схватил Хиранья-Кашипу. Это был не ночь, не день. Это было не на земле, не в воздухе. Это было не снаружи, не внутри. Это было на пороге. И это не было творение Брамы, поскольку Господь не был сотворен Брамой, и он не оружием, а своими ногтями. Он взял его. И выпустил его кишки. Брама сказал Шанкару. И он выглядел очень устрашающе. Брама сказал Шанкаре, ты очень дорог Господу, иди, успокой Господа. Лакшми сказала, я не могу пойти. Потом, в конце концов, они попросили Прохлада. И Прохлад пошел. И распростерся перед лотосными стопами Нрисимхадева. И гнев Нрисимхадева, он уменьшился, он успокоился. И он посадил Прохлада Махараджа на свои колени и сказал, я хочу тебе дать благословение. Прохлад Махарадж сказал, я не бизнесмен, я не хочу ничего от тебя. Если что-то я и хочу от тебя, ты должен убрать это желание от меня. Но Нрисимхадев сказал, пожалуйста, все равно кое-что попроси у меня. И тогда Прохлад сказал, пускай мой отец будет счастлив, освободи его. И Нрисимхадев ему сказал, твой отец уже свободен. 21 поколение освобождены, поскольку ты Уттама Махабхагавата, а у Мадхьямадхикари 14 поколений освобождения получают, а те, кто просто Канишка Вайшнав, у них 7 поколений освобождается. Если сын у них Канишка, то 7 поколений получают освобождение. Руками, языком, умом. Как он служил Кришне? Кому он поклонялся? Нрисимха пришел и ушел.
И какое он служение делал? Его парабраман. Он думал о Господе как о парабрамане, о том, что он не хочет есть, не хочет отдыхать, он не устает, ему не нужно массировать ноги. Он самоудовлетворенный и счастливый от Марама Аптакама. Поэтому он просто памятовал о нем и больше ничего. Шуда Бхакта поэтому всегда более возвышен. Вы знаете, Амбаришу Махараджа, он не сиддха, а Прохлад Махарадж Сидда Бхакта. Но несмотря на это, он более возвышен. Объясни, пожалуйста, это. Шрила Гурудев просит объяснить, но здесь эту часть вырезали, поэтому мы не услышим объяснение об Амбарише Махарадже. Шрила Бхакти, это уже после вырезки. Пуру Махарадж из Нью-Йорка, он был чистым преданным. Он служил своему Гурудеву Бхактивиданте Свами Махараджу. Он помогал своему Гурудеву разными способами. Он был моим другом близким. И я молюсь, чтобы Кришна пролил свою милость на него. Наверное, преданный какой-то умер. И пускай его душа будет счастлива. Пускай он развивает свою преданность Господу. Сегодня мы все скорбим по нему. И также мы почему-то должны молиться: «О Куру Пуру Прабу, будь милостив к нам и позволь нам служить Гурудеву, как ты это делал». Если Дурваса Риши бегал целый год, от Сударшины. Сударшина за секунду убила этого огненного демона, который выпустил Дурваса. Почему она не могла убить Дурвасу? Она могла закончить Дурвасу за секунду, но Амбариша Махарадж, он молился: «О, Сударшина Чакра, пожалуйста, будь милостива к нему». Это причина, по которой он был жив. И также у Дурвасы было предназначение, чтобы показать миру, как возвышен Амбариша Махарадж. Он более велик, чем Брахма Гьяни. Он... И третья причина, если целый год Амбариша ничего не ел до того момента, пока Дурваса Риши не вернулся, то как он мог следовать Экадаши? Как? В Двадаши он сделал паран, прервал паран Чаринамритой. Поэтому его Экадаши и Двадаши, которым он следовал, были завершены. Амбариш Махарадж, он служил только божествам. Он ходил на парикраму, по Бриндавану и повсюду. Он памятовал сладостные игры Кришны и слушал и говорил Кришна Катху. Но своим телом и чувствами
Он не служил, ну, как-то правильным образом Верховному Господу. Так вроде Шрила Гурудев говорит. Но он памятовал о нем. Но Преми Бхакта Хануман, он служил Рамачандре непосредственно. Он мог массировать его, если Рамачандра уставал. И он собирал что-то там и кормил, наверное, Рамачандру. Когда Сита была украдена, он прыгнул через лес, и он превратил всю Ланку в пепел, и он сказал Сите: «Залезай на мою спину, мы полетим к Раме». А Сита сказала ему: «Рамачандра должен вернуться сюда. Я не могу касаться никого, кроме Рамы». И тогда Хануман сказал: «Дай мне что-то, чтобы я показал Рамачандре, что я действительно встретил тебя». И она ему дала что-то, кольцо, что ли. И он вернулся обратно. Вы знаете, как был построен потом мост. И многими разными способами Хануман служил Раме и Лакшману. Но он служил ему только в дасси-расе, в настроении слуги. Он не мог сидеть вместе с Рамачандрой, он не мог дать свои остатки своей пищи Раме. Он не мог заходить в комнату, когда Рамачандра встречался с Ситой. Этого он не мог сделать. Поэтому чего-то не хватает его служения. Пандавы, они более великие. Они према-парабхакты. Почему? Кришна стал слугой Арджуны. Арджуна говорил ему: «Выведи мою колесницу между двумя армиями». И он так сделал. Когда его лошади уставали, Кришна массировал даже лошадей. Он обычно служил лошадям. Однажды Нарада пришел. Он думал: «Я хочу увидеть возвышенных преданных, самых возвышенных преданных в этом мире». И ему посоветовали: «Иди в Индопрастху, и там иди во дворец пандавов». И он туда вышел, пришел, и что он там увидел? На одной кровати спал Кришна и Арджуна вместе. Голова Арджуны была у стоп Кришны, а стопы Кришны были, а голова Кришны была у стоп Арджуны. И они обнимали стопы друг друга. И почему, ну, я не понял, звуки изо рта Арджуны выходили, исходили: «Кришна, Кришна, Кришна». А кто-то там воспевал славу Арджуны. И не только это. Кришна отдал свою сестру Субхадру Арджуне. И он стал его, ну, кем, я не понял, родственником, в общем, дальним. И он сказал, и он всегда служил. Хануман служил Рамачандре, но Кришна служил Арджуне, Драупаде, Махараджу Юдхиштхиру и другим, как друг. В особенности Драупаде он называл ее Сакхи. Это кое-что значит. В битве Махабхараты
Кришна показал Арджуне свою вселенскую форму с тысячами и тысячами ртов. Огонь вырывался отовсюду. И все воины, они были раздавлены зубами этих ртов Вишварупы. И Кришна сказал, все уже воины мертвы. И он сказал ему, вот этот стих, ты должен знать, что они все уже убиты. Их кармой они уже все убиты. Арджуна, увидев это, он стал возносить молитвы. «Прабу, я был неправ. Я совершил оскорбление твоим лотосным стопом, потому что я называл тебя Сакха, Кришна. Выведи мою карету, веди мою карету туда, веди мою карету сюда. Пожалуйста, извини меня. С сегодняшнего дня я больше так не буду поступать». Это настроение, это Ашварии. Но выше них Ядувамши и Удхава Прем Мадхура Бхакта. Кришна сказал ему, как я уже рассказывал, Кришна сказал, отправляйся во Вриндаван и успокой моих папу и маму. И он послал Удхаву. Он знал, он послал их не просто успокоить. Кришна знал, что без меня они не успокоятся. Он хотел, чтобы Удхава пришел и поучился в колледже Гопи, где руководитель Радхика. Из Асакхи они профессоры. Ты должен поехать туда и научиться там всему. А потом ты вернешься, и мы будем обсуждать с собой все это. И под предлогом того, чтобы он успокоил и папу, и маму его, Кришна послал туда. Гопи задали ему вопросы Удхаве, но он не смог ответить, поэтому ему пришлось вернуться. Но он увидел славу Гопи, и он стал говорить, молиться вот этим стихом. Я хочу быть пылью, травой во Вриндаване, чтобы я хочу быть травинкой во Вриндаване, по которой гопи пойдут и коснутся меня, и тогда моя жизнь будет удачлива. Брахма, Шанкар и другие, они медитируют на стопы Кришны. Но эти стопы не приходят к ним, что ли, в медитации. Но гопи, они берут эти стопы себе на грудь. И благодаря этому Кришна, он тоже становится счастлив. И я хочу быть таким преданным, молится Удхава. Я
предлагаю вандану, пранам, лотосным стопам, гопи. И харикатха, сказанное гопи, особенно брамаргит, гопигит, венугит. Если она способна очистить весь мир, столько много вещей можно говорить об этом. Я остановлюсь здесь. Вы должны пытаться следовать всем этим наставлениям. Я хотел вам рассказать сладостные игры Кришны еще. Но в этот раз у меня не так много времени. Если я приеду к вам еще снова, я вам расскажу. Очень плохо было слышно. Очень нечеткий звук и очень большие шумы посторонние.